помериджо тутти, всем привет. Сегодня у меня на обед куриный суп лапша. Делала я не так давно вареники с картошкой, с луком, и у меня осталось немного теста, из которого я нарезала лапшу. Вот она подсохла. И буду делать домашний суп лапшу на курином бульоне. Так, не обращайте внимания, что у меня очень много лаврового листа. Последний раз купила, какой-то он совсем малоароматный. Так что положила побольше, чтобы он отдал весь свой запах. Так, ну что тут у меня, какие продукты? Ничего особенного. Картошка, морковка, половинка лука, лапша и курица. Все. Все очень просто. Обычное русское блюдо. Вот. Ну вот, закипел, минут 30-40 будет вариться у меня бульон. Ну, а потом буду забрасывать все остальное. До следующего сюжета, друзья. Ну вот, делаю зажарочку. Нарезала лучок, морковку натерла на подсолнечном масле. Обжариваю это все. Немножко соли, сахар и черный молотый перец. Так, а также нарезаю картошечку кубиками. Вот. Бульон у меня практически готов. Сейчас я буду вынимать курицу. Я ее снимаю с косточки. Нарезаю мелкими кусочками, а кость выбрасываю. Получается, что у меня курочка также в супе нарезана уже без кости. Так, вот вынула я курочку. Но у меня сегодня без белого мяса, только ножки, голень. И забрасываю картошку в бульон. Так. Вот снимаю с косточки мясо, нарезаю его, ну не очень мелко, а чтобы оно не чувствовалось в супе. Вот, и забрасываю его сразу же за картошкой. Как только немножко картошка сварится, минут 10, и за ней забрасываю лапшу домашнюю. Ну а потом следом зажарку. Зажарка готова. Ну вот, в принципе, и все. Картошка, повторяю, морковка с луком, зажарка, домашняя лапша и курица. В этом году я купила укроп. Кстати, впервые в магазине, не на рынке. Вот он у меня сушится. Я уже забросила свеженький укроп, немножко петрушки рубленой. Вот, ну все. Даем прокипеть. Несколько минут, 3 минуты. И все, и под крышку. Через 10 минут подаю на стол. Ну вот, супчик готов. Лапша сварилась. Вот такой у нас супчик получился. Ну, тот, кто знает толк в здоровом питании, тот понимает, что русские супы это... Тем более на курице это хороший антисептик. Даже моя свекровь, когда была жива, и мы гостили в Реджио Калабрии, в 40-градусную жару, она ела мои борщи и супы. Как бы ей очень нравились. И многие же знают, что итальянцы летом практически не едят супы. Ну вот. Всем приятного аппетита, готовьте, наслаждайтесь.